Привет, сейчас мы едем на дачу к нашим друзьям. Это мой брат. А прикольно, потому что дай прямо в лифте. И вот так ходит. Все, мы опаздываем. Ай, пап, да давай быстрее, где мама? Мы опаздываем. А идите по направлению. Да вот куда ты, папа? Вот, папа. Да мы сейчас уже, опаздываем. А у Витича что в санке? У меня какое-то воспаление головного мозга, которое вызывается чем-то. Это был Петя. А это Ксюша. Ксюша, ну ты. Сейчас я Петьку. Так, друзья, это Петя. Понятно. Но раз сказали, что у нас это инфекция, текущий этот энтеровирус переходит. Ксюша. Как самого менингита. Ксюша. Они с сылькой родятся. Хватит. 9 минут. Еще раз всем привет. Сейчас мы едем в автобусе. Да. А это Ксюша. Тебе 3 или 4? 4. А мне 4 лет. 4 года. Да. Ну что, пока я. Ладно, я сама. А можно с камерой разговаривать? Я с камерой разговариваю. Ладно. В общем. А ты не можешь спать? Ладно. Еще раз всем пока. Или, короче. Дима, все, я тебя сняла. Редис. Хотя тебя плохо видно. Хулиганы, не воспитанные. Мы все, мы на даче уже. Это Дима. Тебя не видно. Это Поле. Вот оно, Поле. Поле. Тебя не видно, Дим. Тебя не видно, посмотри. Не знаю, меня не видно. Иди сюда. Иди сюда, Дима. Ну хорошо. Ко мне, дедой. Молодцы. Да-да. Илья молодец вообще. Хулиганы не воспитаны, типа, редис. Что они делают? Костера? Ай, ё-моё, костер. Всем досталось, только Поле досталось. А Поле не надо. Ксюша досталось, я в неё кину. Это был буквально вообще-то. No my problem. Сюда кинь, Дима! Ксюша, скажи привет. Ксюша. Привет! Да не обидно. Давайте еще раз. Привет! Тебя и так слышно. Да, слышно. Привет! Зачем так орать? Привет! Замолчи. Балбесы. Это все он! Это все черный! Это все он! Это все негр! Это все он! Это все негр! Это все. Мы туда не сидим. Это все негр, да, я не спорю, это все негр. Отдай мне, Илюха! Илюха, отдай мне! Мне! Отдай мне, Илюха! Дима, как думаешь, возможно? Балбесы! Я спас цветы! Да вы видно, что вот тут вот. Вот такая вот дача. Такая вот дача. А это Дима. А это Ксюша. Это Поля.
Это наш знакомый человек. Вы его уже знаете, это все Илья Ярошевский. Он раздолбал половину клумбы. Знаешь. Хулиганы не воспитанные, тип редиска. Подожди, стой. Редиска. Я с тобой не разговариваю. Редиска. Почему редиска? Так Дениска говорит. Почему редиска? Ну я не знаю, редиска значит редиска, все меня нету. Дима, знаете, вы его уже знаете. Камеру. Я из-за него уже покупаю десятую камеру. Вы его уже знаете. А где? Это как Вероника зовут, да? Твой ровесник. Не, Кула, короче. Вероника? Да. Вероника. Кто здесь будет вот там вот купаться? I am. Я не буду. Там вон, видите, что там? Это специальная водичка. А мы на канал пойдем. А мама сказала, что мы потом еще на канал пойдем. Сейчас прям. Да. Потом. Ну как сейчас? На какой канал? Россия, ТВ3. Замолчи, пожалуйста. Пойдем на улицу. Сынок, пожалуйста. Вали отсюда. Пойдем гулять. Так грязно. Ну, Ксюша. Это ж не я сделала. Ксюш, ты еще больше нагрязнишь своими ногами. Ксюш, наверх пойдем или туда вот? Наверх. Пойдем. Пойдешь с нами? Позвольте. Да я так пойду. Ксюш, давай так. Так да. Можно. Да, мы сейчас тут идем наверх. Как, обутаю туда, да? Да, можно. Давай, Ксюша. Да подходи. Ладно. Тут скалей. О, паутинка. Где? А без взрослых можно? Да, можно. Мы уже ходили. Ты все видишь? Да. Ой, так. Красивый вид вообще. Я тоже, хотя я не знаю, сколько. Нет, у меня собачки. Она там собачка раньше ходила. Куда? О, у нашей девочки такая вот музыка, упражнение. О, пошли. Найдем Веронику. Да, смотри, найдем Веронику. Ты здесь будешь? Хорошо. Мы? Сейчас будет страшно. Ой, а тут не видно вообще. Кого? Не, ничего. Уже видно. Ты зай. Ой, кипок. Ксюша! Бог, что такие ступеньки сделали. Входи. Привет. А, вот Вероника. Можно? Проходи. Пока ты здесь, подожди. Сейчас я мальчиков поснимаю. Да. У Гарика вообще... А, Гарик это друг папы. У него такая вот дача огроменная. Слушайте, у меня уже... Я уже снимаю. Вы в курсе? Нет, вы не в курсе. Догадываюсь. Я Веронику сняла. Ха-ха. Потом вы сможете ее... Потом говори. Привет.
С чего я снимаю? Чтобы было интернет. Чтобы прославиться на всю страну. Зачем снимать, когда я ничего не вижу? Ладно, пойду фотку сниму. Хоть какой-то сделаю. Веник. Хорошо. Это наш веник. Из какого? А что это? Прутья из чего? Не знаю, просто ореховые. Ладно, пойду к себе сниму. А слева вот желовинка, пересыпай. О, Гарик, хорошо. О, штучка. Тюнчик, Ксюня, что делаешь? А, заплывай. Да, ну так... Оно... Подожди, дай. Засунь. Давай. Теперь смотри, знаешь, как делать? Мать буду. Ну, блин. О, где я что-то снять? Да, у меня... Как если дочек сними? Не, ну красиво же. Ну да. У меня упала камера, а я рыдала. Вот. А мой брат придет. Он не будет смотреть?